национальных языков. И основную задачу соединять материк, соответственно, с востока на запад. И по пути соединения появляются те, кто вам мешают, ваши враги, противники. Но поскольку это открытый мир, вы сами можете решить, каким именно маршрутом вы дойдете с востока на запад. И если вы не хотите встречаться с врагами, просто найдите другой путь, в котором вы сможете пройти. И как вы, возможно, заметили, там остаются следы, которыми вы ходите. И если следы многократно повторяются на одном и том же месте, там получается дорожка, и вы знаете, что там кто-то ходил. И помимо таких тропинок, которые вытаптываются игроками со всего мира, в будущем можно будет делать целые дороги, мосты, по которым уже можно будет ездить на транспорте. И я очень надеюсь, что вам понравится наша игровая механика, где да, игра, будучи синглплеерной, где вы играете в одиночку, все равно соединяет вас с игроками и игроками по всему миру. Вы будете примерно с середины этой игры понимать, что вы один в этом мире, то есть другие игроки, которые, как вы, играют с Эмма, и совместно вы проходите эту игру, хотя напрямую с ними никак не взаимодействуете.